Давайте арчек. Да чтобы было просто. То же самое с этим Санровым тоже сделал. А, ты в видео пишешь, тогда хорошо. Да вот с двуручкой. Он фрост с двуручкой, что за хуйня? Он фрост? Так, Матюха, у тебя есть другой билд. Потому что ладно, ты фрост с двуручкой, я могу все понять еще, но как бы... Он не в диссе. Он не в диссе. У него как бы хороший шмот, но, блядь... Я шмот чекнул, билд нет. Не, ну слушай, это просто PvP, что на самом деле еще и фрост у него. Ну типа тут стужа, замедление. Я видел, я чекнул. А у него шмот нормальный, у него PvP-шный билд просто. Что, господи, просто не спекнулся чек, скорее всего. Ой, это я отдушнил, да. Он еще и во фрост стойки стоит, как бы. Это гибрид. Ой, ну ты че, блин, ну не надо. Ну все, у меня и так горит. Сначала самого. Это холли ДК, все нормально. Да. Донт, не гори. На, я тебя порадую. Приговор мне супишь. Исполин и фикси. Да. В смысле, брат, я тебя порадовать, кто 5 голды. Так, зашел. Он записал, что рулет. Валк, давай ты, наверное, в Ильяма. Или ты там сильно меньше на дамаж? Ты его давно одевал вообще? Ну все, я перетащил его, все здесь. Так, а сейчас демон есть в целом. Да. Матюха, так что ты этот... Как-нибудь переоденешься по чуть-чуть? Ну или хотя бы билд? Нет, или ты просто с двуручкой и с пенетрой в поясе? Ну и в стойку хотя бы смени на блад стойку. Не-не-не, этого мало. Нет, нужно... Нет. Надо билд менять. Типа вот это, но это не годится. Да он скорее всего, АДК, правильно? Ну, по шмоту похоже. Ну, должно быть. Не, он может быть даже и с фростом, с двуручкой. Пофигу. Но пусть на адекватный билд тогда у него будет. Конечно, нехорошо, но... Матюха, ты нас, если слышишь, у тебя таланты, посмотри на свой билд, может, понимаешь слово, но, типа, вот твои таланты не годятся для рейда. Да, с другой стороны, Матюха, 10к ДПС дашь? Ой, ёси, блядь. Он не даст в этом билде, ты чё? Если дает, то какая хуй разница? Так подожди, у тебя есть билд другой, или у тебя только такой билд? Танковский еще, а ДДшного нормального нету? Подожди, а танковский шмот есть? Да нет, уже нет, другого человека. В Долоране можно спекнуться, и там камушек продается. По голду. Ладно, Матюха, давай. В следующий раз свидимся. Подождите, а этого парня кто кикнул только что? А, я поменял их местами, и рос, и ты его кикнул. Не я. Шо, опять ДК, что ли? Ну да. Кто такой Мурчалька? Сейчас на него тоже посмотрим так же. А кто такой Мурчалька? М-сова? 140-й там левела. Шея есть, кольцо есть, вепоны 26-е, карта есть, пойдет. Это Бьорн взял гильдию. Чего? Мурчальку Бьорн взял гильдию. А, все, понял, ладно. Это кто? О чем? А, ой, боже мой. Все, тихо. Рейдим.
Как эту штуку достать, скажите мне? Вот это вот, огрызкая пиньята. Что это вообще такое? Как ее достать? Где ее достать? Дейлики, наверное. Хмельваровский, нет? Мне нужно миллион. Это не Хмельваровская, это маска от этого. Не помню, с какого другого ивента или крафтового. А, не, подожди, это же за этот, за магазин, за класса. За голоса. Прикинешь его? Да, да, да. Нет такого, где еще? Подожди, есть... А, там костюм Урлока из-за голоса, по-моему, прям сейчас посмотрю, подожди. Вот, на Огрызка пиньята, 150 этих стоит. 150 голосов. Почему у меня нет? А, все, нашел. Восстановление 30. А, слушай, спел, у нас это ДК-шка Ливар. Два пука всего. Просто по моему спеку, если не написал иначе. И сейчас я еще раз напишу. Зашел. Куда ты зашел? Сейчас, подожди, найду его. Но его нету там, я его не вижу. Навара нормально кожа. Да, но да, Навара есть. Кожа можно. А тем более он весь в коже. Ну, в запястье, в лунце. БДСМ-шки. Латекси, что ли? Ай. Ну, все, латекс, нормально, его латекс. Закинул, да. Отлично. Фиксит. Танчит. У меня рыба закончилась. Достав заново рыбу, давай заново, все вообще. Да, конечно. Не, у меня, в смысле, в сумке закончилась рыба. Сейчас кабашки стоит еще. После печеньки рыбка кушаем. Фу, рыба вдаем. Фиксит, не знаю, танчит. Надо попробовать 4 хила, если не получится, тогда уже возьмем. Да, карус пикнем. Или ГГ-снипа. Посмотрим. Сейчас. Void, Glovehill, Carrasco, Bound. Да в 3 хэпала уже не хочется, в 2 хэпала нормально. Не, спел, просто я ему дам кольцо с РПБ пал в 1, но тут ДК-шка и этот. И тут нет таких колец. Там с хостой только тут. Ну да. Матерчик. Фикси танчишь его в центре. Рейд рассосался, рейдж между собой примерно держим. Нарсик тут. Это цветочек этот маленький. Прикол, блядь, тоже ходил по Долорану, думаю, блядь, где ребенок нахуй за стеной сидит? Херня, я видел. Видели видос там, где... Давайте 4 начнем. Вы услышали призыв серебряного авангарда, и без колебаний... Я там кнопочку нажал. Первый фикси достанчит. Да, первый фикси на него пуляем. Тут на 7 секундах, так что сопрот нет смысла. Ой, хаспот. Комбат вешается за 7 секунд до наступления боя самого. Нет, комбат вешается во время наступления боя. Нет. Так, ладно, все, мы в центре держим. Нет, Рос, у меня свои правила. Ты тут слова себе определяешь, и я тоже могу. Что ты думаешь, что ты один такой? 4, 3, 2. Разумное решение. Твое слово может... Спасибо.
лучше протесту истерию давал бы. Или мне. Я не понимаю, это... Да, это мягко. Ты в демоне? Да, я вижу форму. А где мой ДПС? А вот это же чё, блядь? Для нормальный демон дает мне 1 000 000 ДПС. Призови Кубоба. Слушай, выбежали? Поздно анонсишь, если бы я тебя ждал, я бы уже помер. Я заносил тем, кто вообще стоит АФК в луже. Хороший челлендж. Если по утлощик. Брос, где ДПС? Нормально, 9.5. Без демона это нормально. Гадюку зеленую, исполин красную. Красную вводишь просто влево. К щиту этого, да. 5, 4, 3, 2, 1. На фиксе на пулы. Геру. Да у нас хосты кастеровской не хватает, есть? Татан. Охил должен ставить. А, он сопрот, наверное, поставил. А, все, тогда вопросов нет. Подбежали к танку. Подбежали к танку. Быстро, 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 быстро. Очень много замороженных. Все, пизда. Стакнули все замороженные где-то в одной куче, в центре. Дистанция друг от друга на бале, 8 метров. Дистанция друг от друга. Танк подошел. Сейчас заморожусь просто. Бочек, трек, бочек. Я, если что, не прожмусь. Я встань. Господин, забери на себя сейчас эту. Да слушай, да отхили это так. Магра достаточно, зачем? Дистанцию набрали, зачем? Прожимку, массакру, массакру. Там еще и лужа, пиздец. Разморозьте всех, алло. Конечно. 10 секунд осталось. Разморозь. Зачем я должен это делать, я лог. Вот сейчас время есть, окно. К фикси не надо, фикси сейчас разморозится. Какая снепа, гем на ману, в хил кто там стоит. Кару, иннер в спеллбаунда. Все, урон закончился. Да, ну то закончился, да, но все равно. Да не перебивайте метку. Я не кидал или кидал? Да, может кидал. Быть. Да у меня привычка. Ну все, ладно, я убираю этот билд. Бесишь меня. Правильно. А что у тебя за билд? А что у меня снова пэт стох? Вот что. Да у хантов меткости много, и он тут вместо талантов на меткость взял метку. А у меня сурф. Что дает? Я, в принципе. 50 АП. Метка, да. Мелочи приятно. Да, лучше 50 СПД давала, я тогда сказал, оставляй. На ханта охуительно вообще, блядь, стат. Very полезный. Нет, буду на паладине, будешь метку улучшенную качать. Аналог. Так нет, 50 АП там дает. Да. Да хуйня полная. Вообще дерьмо, не талант. Согласен.
Не стоит качать хуйню. Соглы. Давайте. ДПС, слушай, скажи. Слушай, на самом деле... Под альянсы щиты, давайте. Фикси, забирай. Я, блядь, метку перевешиваю, блядь. По три раза, блядь, забой. Вот так смотрю на этот. Так, в одной куче не стоим, сейчас всех задует, как... Если что, мастер на фрост. Фрост, возьмите фрост ауру вместо огня. Давайте, мастер. Паладина, не спать. А, да, отдал флеш. В смысле, у меня есть. Значит, где-то они стоят не там. Короче, всем фишка. Флеш отдал ауру, забирайте. Угов в целом можно не добирать, нам хватило бы ДПС и так. Да, да, легко. Отбежали от черепка. А что с моим ДПСом, блядь? Я в четвертый. Метку перевешу. Ты не выше меня. Мне вообще показывает, что ты пятый. Нет, не выше тебя, но... Вот сейчас, да, сейчас пятый. Да, опять фрист. Что это такое? Вот где, вот что это за конус? Я, блин, стою в километре от него. Как-то мы криво расположились. Знаешь, что, наверное, надо сделать? Выслеживать животных. Ой, блядь, точняк. Так, отбежали от черепа. Спасибо. Сука, заебало. Почему нету такого, типа, выслеживать всех хотя бы на 4%? Ну, типа, да. Слакеров. Чтоб ты не расслаблялся. Это пиздец. А кто у тебя, гуманоиды стояли? Да. Ну, под первого, а я забыл поменяться. И в манике, и в груле стояли, понятно. Нет, нет, я представлял, я здесь забыл представить. А здесь зачем тебе гуманоиды? У меня вообще демоны стояли в магике и в груле. Ну, в магике нормально. Там как раз таки демоны. Ну, я с собаку заливал. Бля, вы вот вы сейчас пиздите, а мы вайпаемся. Да все нормально. Вайпаемся мы, ты что там? У нас Нарзик вылетел, который умер только. Ух ты, блядь. Ой-ой-ой. Кто это поймал? Я снял. Питомец мой. А это мой. А, и твой там тоже. Ясно. Ну, брат за брат. Собачья смерть, блядь. Брат за брата, так за ДПшку взято. В смысле, собакам ГП нет? Ну, собаке можете дать. Ну, собаке сейчас пропишу, да. Как хорошо, что у вас общая ГП. Ебать, вот это осуждаю, это, по-моему, прямое оскорбление было. Ну, ГП зачем господину. Тотем уберите, зачем надо в центре. Повезло. Это тонкий просчет, походу, был. Понимаю. Почти посчитались. Бля, он заебал. Он все время дует в мою сторону. И в мою сторону. Да. Рост, не стой рядом со мной, он заебал. Говнецо. Такое, да. Бля, гля какой кинжал, ёбнешься. Ну, да. Хорош. Для кого-то бисовый, мне кажется. Без дырки. Да меня на шамана хотя бы такой, блядь, с МП-5 бегал. Ну, хуй знает. Я постоянно забываю. 250? Нет, 200. Не, 250 или 150, или так. Чтоб 400 выходило, короче. Да, 250. Айди, пояс. Уберите ребенка. Понятно. Я не видел, Дон, подожди. За половину можно взять этот пояс? Я не успел. Ну, нет, нельзя. А, красный нужен, тем более, все четко. Красный, на тебе пояс. Угу. Тут что? Это запястье? А, у нас же есть эти... Ну вот, значит, Дайер. Это просто Бароу, это да, Дайер выигрывает, это даю в гильдию. Ну и Дайер получается, ГП получается, все равно. Нет, там Оптикс. В смысле?
выиграла гильда по роллу. А, не, все, да, сорян. Там оптик все выше. Я просто посмотрел, что-то не обратил, что больше. Так, токен. Давайте так, это, ну, пуки, понятно, где воролят, а мы, кто их не сменит. Рост, что вам нужно? Нет, подожди. Все. Блять, мне не надо. Карас, ты в чем бегаешь? Я сейчас ОДшку накопил на две шмотки, мне их просто зачарить и камни вставить. Не, я тебе не про это говорю. Я тебе говорю, ты 4-4 собираешь или 4-9? Я же собрал трофеи на этого. На а, у тебя есть трофеи, окей. Да. По трофеям фул. Пользуется Рогрус, выигрывает. Ну ладно, ну ты держи, короче. Возьмешь себе всю эту шмотку. Там кто-нибудь нажал уже? Нет. Что, ни у кого женщинства нету, никто не снимет шкуру? Есть, в смысле? Собирай. Снятие шкур нужно, не кожевничество. Ой, кору полетел. И снятие шкуры, кожевничество. Следующему КД, чтобы не было. Так, слушайте, вы знаете, что они там сделали с големами? Они их уже били или только собираются? Не знаю. Это обычно. Давай попробуем, а если не пройдет... Ресни питомца. Он у меня есть, он у меня на месте. Хорошо. Но он про Нарзика, наверное, говорит. Понимаю. Да там фиксили големов, теперь они как бы их сломали, как обычно все бывает. А да, они... Профукал. Ну, они типа попытались пофиксить, там типа големы не должны теряться. Да все, я доволен. Я не контролю больше голема. Ты банишь их. Нет, они банятся, они должны баниться. Вроде банятся должны вести. Они должны баниться, и должны циклониться, и станется. Подожди, там угрозу. Сказали, вроде ближайшая перезагрузка, ночью вроде, не? Да черт его знает. Короче, а смотрим, что сейчас будем заливать. А что с Нарзиком? Ну, фиксит тут. Нарзик. Он за ИП-шкой, за ОД-шкой пошел. Может, тоже смог бы. Уже сработает. Он ФК-шен, да. В кого на пол? А, фиксим, значит. Бля, да это мягко, прошу тебя, постарайся сейчас. Но все равно тут маги топ ДПС, блядь. Дайте Геру. Бабу можно не ферять, просто откливаем ее и все. Это может быть тест был. Да, это-то не голем. Ну понятно, но хуй знает, что они там понаделали. Блин, знаю, как они, блядь, все фиксят. Спасибо, скажу. Не, ну не пофиксили, короче, должно в ВВК так работать. Но да, они решили, да, что они... бабочки тоже. Бабочки тоже. Бабочки вообще должны быть это. Вулкан можно заливать просто. Кенроки. Прежде чем из них кто-то выйдет. Кош, хорош. Да это мягко прохил. Фикси, отведи чуть-чуть, там лужа, по-моему, стоит. Не, нормально. Не задевает. Сейчас появится. Так, пусть это идет лучше. Че, мы заливаем? Попробуйте бан. Попробуй. Нео, попробуй бан. Проходит. Ой, давайте черепочек сыграли. Ух, прилетело три штуки. Нелла. В череп сыграли. Череп. Новый череп. Последний у нас там. Станом, кикните ему каски. Не кикнулся. Грипом тоже грипом, можно. Грипом. Ну все, последнего гриппайте в мелизону. Оптикс. Карл, Беркин, Рокки. Оптикс побежал.
Заднего бьем? В мелизону крипнуть я инфернала. Опять выслеживание забыл поставить, сука. Демон. Да, да, да. Ну ничего, на 16 тысяч заметил, нормально. Сюда инер просто. Снова эту галеву. Давайте в черепочек играем, остальные заливаем просто. Да ёбану. Прохил, 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 прохил. Каст, каст. Банить остальных не забывайте. Бан остальных, да. Давайте вот в этот сыграем. Сейчас разбаню. Ох и накрутил, ох и накрутил. Есть чуть-чуть. Скажи, трапа накручивать. Ну да. Не хочешь. Оптикс. Так, нам нужно стаки диспелить. Фейкер сам не успеет. Буржите. Говхи. Да, идеальный диспелер в стаке. Тотем, Кару, иннер в идеального. У Кару самого нету. Ой, в главкила. А, у Кару есть иннер. Гагаснип, дай гимн. Ух ты, блядь. Больно, блядь. Закидываем с тобой тоже поэтому по диспелу. Фейка побежал. Да это мягко прохил. Да, альфа глыбы можно снять. Дало. Диспелим стаки. Так, все, кто может диспелить, диспелите. Расконтрольте этих, давайте добьем так. Попробуйте сейчас какой-нибудь АМК отдать. Порабощение не работает. Давайте вот этого добьем, который грип, добиваем. Грип. Вот этого. Остальные да я пофиряю, все, нормально, добиваем босса. Все боссы. А, блядь, на мне еще пламя. Один вышел там. И второй вышел. Нет, 20 тысяч. Прохил. 20 тысяч. Все нормально. Сложный босс получается. Ага. Да, блядь, потому что у него сбиты тайминги со стаками. Да, есть такое. Только стаки лутает и сразу кастует. Да, да. Да, блядь, он что-нибудь полезное упадет. А еще с X3 какая хуйня. Давайте на танка. Кто там? Исполин? Фикси? Фикси майну пускай забирают, если надо. Они мне нафиг не нужны. Исполин? На оф заберу, да. Давай. Холипал. Книжник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Ну, есть такие. А на лока как-нибудь можно нов спек ролить? Да, латы можно нов спек себе ролить. Вот, ноги на лока, нов спек можно? Угу. За 2 ноги хочешь?
Карас, тебе не надо? Хуйня, ноги тогда. Нахуй да? Ноги не. Карас, тебе не надо? Я понял, нет, не надо. Тут же все равно уже все на оф, да, ролик? Понятно. Никаких офов. Только пиратки, только хардкор. Византия 2. Значит, это между собой. Так я же сролил. Чего ты там сролил? Трофей. Давай, я тебе 50 голды за него дам. Мне один трофей надо, мне одного не хватает, мне больше я ролить не буду. Ты в диаманте, что ли? Держи. Так, и что сейчас у нас? Ой, чемпионы. Угу. За 5000. Сыпал, успокойся. Каску, порогу и рыбку, пожалуйста. Да, и попал он тоже каску, да? Давай, Исполин, ты давай в ТД, два танка здесь точно не надо. Мы вызываем альянс на бой. На место твоих рыцарей, не, ну без ГП сейчас новый контакт ничего не отдаю. Пух, падши, кушаем. Какие простые ребята оказываются у нас. Интересно. Без ГП что-то хотят полутать. Ну да. Я тоже хочу полутать без ГП, но нельзя. Ну да. Я бы тоже не отказался. Ну через магазин можно без ГП полутать. А я не против получается. А можно мне ЕП за ГП? Я бы пригу без ГП полутал. Или хотя бы пушку. Давайте с этой стороны больше обходить и попробуют потащить на себя ДК-шку и рогу. А мы с другой стороны выгребаем рожку. А где ты рогу видишь? Рога есть? Да, вот он. Рядом с ДК-шкой стоит. Вот у нас куча ДК-шек, да. Я первый паровозик. Давайте, к печеньке, все побежали. Я первый. Эти тем... игра... Хорошо. Ну, а за что тебе? За пояс, что ли? Не, пушку я дал просто. А, пушку, окей. Так, по контролю. Давай, Суза, ромбик, приста, возьми сразу фокус. Шаман тоже хил. По-моему, маг сильнее бьет, чем лог. Быстрая вставочка. У нас кто танчит? Плюс-минус одинаково. Фикси. И все? А кто нам еще нужен? Ты че? Просто там кто-то паладины вары проще танчит через щит, который... Ну все, ну, давай, дед, без этого. Нейвер, ну это... Зачем оно? Рос, у тебя есть мечи? Поставь, пусть наверх чем-нибудь снимется пока. Не, на этом нету налоги. Невер, давай я тебе дам пораспалять. Ой, хорошо, Суза, давай, ты ромбик, а с шамана кто у нас тут остается? Печенька, фейка поконтролишь. Паладин, Рос, твой квадратик. Бьем череп, крест, звездочка. По ситуации грипает первый дайр, дальше грипает исполин. К нему приходит, шел что-то там. Как у тебя там, Ник? Шо опять? Бес побежал. Кто питомца, блядь? Нел? Ой, это мой. Здорово, пацаны, пуляем. Грип. Слушай, я нормально спулил. Грип. Все, Геру. Еще грип. Все, Геру пошли.
вопрос вообще, но... Трессируй. Странная хуйня, типа, я нажал фокус, типа, взять этот, и бес решил, что раз я нажал фокус... Диспельте, мазы спел сделайте. Нет, полная хуйня получилась с пулом. Массакру дайте. Протест БР Логруса. Кару БР Спеллбаунда. Контроль. Есть контроль у нас? В крестик все сыграли. Каст. Законтрольте. Кара, подними его. Уже, блядь, какой дебил-то удумался из паладинов положить, когда мы весь рейд контролим. Диспал. Блять, не крестик поднимите. Ну что такое? Фикси там с двумя ходит, хорошо. Что опять? Давай к нам. Он. Нет, там что опять сейчас их сюда приведет. Гуляет там. Да. Вы выкинете на этом боссе. Я вас знаю. Задушу в ВВКшке за это все. Я не знаю. К нам все пришли. На свернул просто. Ну да, можно упасть, потому что у нас здесь. Давай падаем, да. Ложимся, да? Падаем. Ох уж этот, блядь, Лерой Дженкинс. Локи, смотрите внимательно за своими бетами. У нас Нео с пули угрыла, рос сейчас. Хуй знает, почему с фокуса он взялся. Ну я да, да, там они, наверное, что-то сделали опять веселое с этими питомцами вашими. Играйте без петов. Да, особенно демону играть без пета, это классно. Это нормально, ты еще не пулил. Это наказание. Я-то да. Спулил босса, играешь без пета. Кто там рядом с кнопкой, нажмите ее. В следующем бою вы встретитесь. Чего? Поговорите с парнем. Не, все, поговорили уже. ГГСНИП, заходи. Протест. Требует справедливости. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам, как оскорблять Орду. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герои Орды. Кстати, шеи 245 на ДДшников, они как сейчас идут? Хуже. Я понимаю, вообще без вариантов. Хуже островной, я понимаю. Я поэтому и спрашиваю. Поэтому он не за 500 ГП. Чтобы ДДшника не было соблазна забрать шею. Вот, поддерживаю. Левый? То же самое, давайте к крошке подходим. Дерево, рост твое. Так а где рожка, разве есть? Вон с краю, с черепом. Ой, ребята. А у еще меньше, контролем больше. Суза, луна твоя. Кто там дальше? Там еще и маг стоит. Значит, это ШП и маг. Ой, мерзкий пол. Ладно.
А паладин будет на фейке. Попытайся вару также фикси. Фикси. Так, что опять? Не иди туда. Фикси там один, у него есть сбросить фир, по крайней мере, первый гагаснип, дай на него фирвард. Гагаснип. Тут иди бафни, пожалуйста, по фикси. Защиту от фира. Ну. Фикси, ну на тебе вар с рогой. Так это, со вторым гриппом не спите, товарищи? Да, да, сразу гриппаем их сюда. Даем геру и заливаем. Давайте ДБМ, фикси первый начинает, ты тянешь. Пошел потихоньку. Два. Один. Исполин, твой второй грипп. Давай, отлично. Геру дальше. Можете грипнуть дерево сюда в рейд? Я не могу его контролить. Кружку крепко нажал. Спал, все. В кого? Крест. Каст, бейте в оку. Паук, есть хекс в луну? У нас ДКшка бегает. Есть каток? Нет, когда? Я тоже траку кидал, сейчас поставлю. Разлил. Карл, Войд, ДПР. Кастер, поднимите. Кого, Лока? А, бьем. Да, бьем Локом. Печенька. Слушай, нам нужно Маздину убить, она в рейде. Откайтить, рут дайте ей. Попробую ее откайтить. Каст локу. Сейчас я в ФД упаду. Блять, не получилось. Сейчас фир. Твой контроль. Рандик. Я на себя ее забрал, сейчас отпрыгну потом. Не, она идет на этих. На а мастерах. Я забираю ее. В армору. Ну, черепочку на арене. Давайте мага. Черепочек поставил. Все, я улетаю, забираю его на себя. Понял. Помогу, подержу. У меня детра больше нету. Зачем поднять черепочек? Зачем вы череп поднимаете? Мальдина в рейд бежит.
фикси бладстойку, если перепрыгнешь, по-моему, он на тебе останется. Нет, я уже пробовал два раза туда сюда. Мага, Флэш бабл. Да не опра. Сука, какой, блядь, еще один увижу вихрь в черепочек, всем друидам попал тосу. Че за хуйня? Заебали, ребят. Это не один оптикс. Ну там вряд ли, конечно, протест. Он же в кошке. Там, скорее всего, кару кидал. Ну, у протеста намного больше смертей, чем у Кару. Смерчей? Сейчас, где тут? У Кару... В кого играем? 4. Давайте вар. Там уж хилы одни остались. Блять, меня не показывает. Ну ты можешь снять, а потом просто посмотреть на этом, на видосе. Точнее, у меня 21 укар вообще секунд. Ну, протеста вряд ли. Ну, будет протеста там. 9. На основании аддона здесь вот снимается полтосик. Там 0 секундов. Да ты кару не дал. Вообще такой протест удал, по-моему. Я нажал на всех кнопочку, не знаю. Подожди, а я за что получил? Ты еще минус получил, сейчас еще плюс получишь, подожди. Понятно. У тебя ГП на сессию, столько на протеста. Не, все, mm-hmm. Всем уже. Уже всем. Ну, без караса. Давайте вот этого, вот этого парня. Карас сейчас в линкина. Что там циклоне, таргет, который мы бьем? Что это такое? Не знаю, специально или случайно, но тем не менее это повторилось. Ну, хоть пойми, да, это повторилось 4 раза, блядь. Да, как можно случайно дать циклон в ту цель, которую ты бьешь? Ну, Ферал может быть случайно. Да, любой может быть случайно. Ну, не три раза подряд, когда сказали, что... Так, ну, знаешь, у меня тоже... Ой, Зорки, у меня тоже трапа есть, но я почему-то же не даю ее в ту цель, которую я бью. Не, там же... Может, типа, кнопки перепутать, типа, взял фокус, блядь, и забыл кнопку фокуса нажать. Господи, ну, модификатор. Я про мор на ДК тогда вообще молчу, который у меня, блядь, кататься, я здесь не имею.
меня здесь трапа, у меня нет урона трапа, на этом будет. У меня черная стрела только. Все страдают. Ты понял, что дело? Чуть-чуть пухливая. Там Маздина еще отдыхает. Я про нее говорил. Не надо дойти, Да приведи ее просто, да и все. Да уже после хила бы не заебывались, да. Вам сейчас свитч таргет, наверное, нужно будет. Сейчас ходки диспэрит. Угу. Какие контроли есть у ДК? А, вот. Этот. Окова. Окова. Да, блядь, не видел, как Фиксит развлекался с ним. Если бы он еще как-то меня смог засейвить, вообще пиздато было. Душа не до сайленс. Ну, тоже контроль. Правильно говорит. У него КД 2 минуты.